Через Оренбуржье будет проходить новый туристический маршрут. Он охватит 14 особо охраняемых природных территорий Уральского хребта. 7 из них входят в состав ЮНЕСКО. Великий Уральский путь – это новый проект. Проект по развитию сети экотуристических услуг, который объединяет между собой особо охраняемые природные территории Урала в целях устойчивого развития региона. До 2024 года в области планируется разработать 16 километров экологических маршрутов и троп, которые пройдут по территории региона. Реализация проекта «Великий Уральский путь», естественно, окажет существенное влияние на создание сети региональных и межрегиональных маршрутов, поспособствует эффективному сотрудничество по развитию экологического туризма, объединив усилия 16 регионов России. Сеть особо охраняемых территорий, включающую заповедник Оренбургский и Шайтантау, и национальный парк Бузулукский Бор, и могут стать основой природоохранного каркаса Оренбургской области, ну и, соответственно, полигоном или местом, где будет формироваться как раз сеть экологических туристских троп и так далее. Министерство, как профильная служба по охране природы правительства области, готово сегодня принять самое активное участие в работах по организации на территории всей области системы экологического туризма и по интеграции областных служб, работающих в данном направлении, с представителями федеральных структур. Планируется, что начало Великого Уральского пути будет из заповедника Оренбургский. Туристический маршрут можно будет преодолеть пешком, на машине, по воде и даже воздуху. Уже сегодня присутствует необходимая сеть экотуристических маршрутов, экологических троп. Уже сегодня есть инфраструктура, способная разместить до 1000 человек. Завтра это еще плюс партнеры проекта, это местные жители, это региональная дирекция особо охраняемых природных территорий областного регионального значения. И, соответственно, это дополнительная сеть гостиниц, кафе, это туроператоры, в том числе крупные туроператоры, работающие за пределами регионов и за пределами Российской Федерации. И самое главное, это проект, который позволит в новом формате представить не только понимание экологического туризма, но и то, как он должен существовать.